Няню убил, ребенка изнасиловал. Подозреваемый в надругательстве над 6-летней девочкой сознался еще в одном преступлении. Как выяснили следователи, перед тем, как изнасиловать малышку и оставить ее истекать кровью на детской площадке, мужчина убил женщину, которая должна была присматривать за девочкой. 46-летняя няня познакомилась с ним во время прогулки с ребенком. Они пошли выпивать к нему домой, поссорились. Мужчина ударил женщину в висок, потом задушил. После этого отвел 6-летнюю девочку в заброшенный дом и там изнасиловал. Умирать оставил во дворе жилого дома на детской площадке. Вернувшись к себе домой, он завернул убитую женщину в ковер и выбросил в мусорный бак в одном из дворов. Тело видела сожительница убийцы. Она и подтвердила признательные показания мужчины.